Усім вітання, це проєкт «Національність Одесит». Мене звати Христина Петрик. Як я обіцяла, сьогодні будемо спілкуватися з представниками німецької спільноти. У моїй студії є Еліна Лях, це керівниця громадської організації «Німецька молодь» в Одеському регіоні. Вітаю вас. Здравствуйте. У нас вже були, до речі, у цьому проєкті німці. Ми вже розповідали, знайомилися з німецькою культурою і з історією, хоч вона і так достатньо поширена і багатьом відома, тим не менше. Про історію етнічних німців ми багато згадували. Зараз ми розпочнемо з такого контексту, що якраз у ці дні святкують, відзначають, згадують річницю падіння Берлінського муру. 30 років якраз от минає, відповідно, відбуваються різні акції, виставки, перформанси, інсталяції і виставка також відбувається до 9 листопада. «Стіна і люди», вона має назву, в університеті Мечникова. Це якраз ваша організація її ініціювала і створила. Що ця річниця, річниця падіння Берлінського муру, означає для самих німців? Ну, якщо так, в общем, да, ми будемо об этом говорити. Ну, для кожного німця це щось своє в будь-якому випадку. І от моя інсталяція, вона ізначально задумана була о том, что там, ну, я как бы опишу немножко, да, чтобы да, понятно было, да, что инсталляция состоит из 12 фигур, силуэтов людей и двух больших баннеров, которые, ну, изображают саму стену, граффити на ней нанесенное, да, и там какая-то небольшая информация о самой стене. И я сначала думала о том, что вот каждая фигура – это будет какая-то известная личность Германии, да, которая там внесла вклад в развитие страны. Вот. Но у меня что-то как-то вот не то. Вот я думала, что мне что-то мешает. И я решила поделиться своей идеей непосредственно с немцами, которые живут в Германии. У нас есть такие, вот, например, ДСД-координатор, он приезжает, здесь находится немец, да, который принимает экзамены по немецкому языку. И вот я обратилась к ней, Андреа Мейер, она уехала сейчас с новой, вот, и рассказала, что вот я хочу вот такое сделать. Мы с ней долго это обсуждали, и в какой-то момент мы поняли, что не так. Она говорит: понимаете, Элина, Берлинская стена, она коснулась практически каждого обычного человека, не то, что там, ну, известные люди и политические деятели. Она говорит, жизни обычных людей просто, они в одну ночь, потому что многие не знают, что стена была возведена вообще за одну ночь. То есть люди легли спать в одном городе, а проснулись в двух разных, в восточном и западном Берлине. Вот. И именно вот этот факт, то есть он сразу, мне сразу стало все понятно. Я сказала, что да, я буду искать тогда вот и факты, и информацию о том вообще, какая судьба у тех людей, которых разделили, потому что разделили же семьи. Ну, просто вот у меня есть один силуэт, на котором история как старательного студента, как названная, я о ней уже тоже говорила, я сейчас повторю, студент, обычный молодой человек, лег спать, да, проснулся, в институт попасть не может, потому что стена. И он решил все-таки ее преодолеть. Он залез там как-то в соседний дом, там через окно прыгал, люди с западной стороны там в живую цепь выстроили, чтобы его поймать. Полицейские его задерживали, и, в общем, в этой борьбе он упал с этой стены, стена высокая, более 3 метра, и разбился. Вот. Но это одна из таких печальных историй. И когда я стала вообще искать истории, ну, честно, я сильно, ну, вот на тот момент, когда я подумала об этой инсталляции, я знала, что есть Берлинская стена. Она разделяла людей, разделяла, ну, вообще разделила государство на 2 разных государства, да, и каждая часть стала развиваться по-своему, совершенно по-разному, вот, но то, насколько, ну, людей это зацепило, да, вот, и вообще тоже у них жизнь пошла по-другому, я особо до этого и не задумывалась. Для меня вообще эта инсталляция, это, ну, у меня она меня тоже теперь коснулась, и у меня вот я в себе такую футболку сделала, силуэт у меня белый с черной надписью.
И вначале идет имя, фамилия человека, а потом небольшая история. И я поняла, что я теперь тоже являюсь частью этой инсталляции, как ты говоришь, 13-я фигура, там их 12. Потому что она до сих пор влияет, в общем-то, ну, на сознание людей, особенно когда ты начинаешь изучать, что и как. Вот. И поэтому, что для людей вот через 30 лет вот это падение, это... Ну, преодоление барьера, наверное, вот как тем самым студентам, и только уже удачное, да, приземление, скажем так. Хотя хочу сказать, что есть истории не только там печальные, есть интересные, и на самолете человек перелетел, и не один. Там, я так поняла, в одно время, вот я когда изучала, там выбирала, какую историю лучше, чтобы было интересно. В одно время многие именно на самодельных самолетах, на воздушных шарах. Есть история машиниста, который на поезде в 61-м году, ну, вот только ее возвели недавно, он посадил всех желающих, и они вот, ну, я для себя это представляю, что зажмурив глаза, но они в эту стену врезались, и они ее протаранили, то есть они попали на другую сторону. Mm-hmm. Вот. И, конечно, сейчас, я думаю, вот те люди, которые... Может быть, как и я, там слышали, да, не все живут в Берлине, в Германии, правильно? А те, кто живут в Берлине, конечно, и те, которые видят эту стену каждый день, это одно. А люди, которые живут, ну, в другом городе, да, и 30 лет прошло, кто-то помнит, кто-то не помнит. Но могу отметить, что до сих пор есть деление на западных и восточных немцев. В чем оно выявляется? Ну, опять это такое было общение личное, да, с людьми, с немцами. Мне было интересно вот, ну, оттуда узнать, потому что, ну, здесь наше мнение со стороны, там, ну, то, что мы видим со стороны. Это выражается в социальном статусе даже. То есть есть регионы, в которых в первую очередь возьмут негласно, то есть это нигде не прописано. Но выберут скорее западного немца, да, там, который вырос в ФРГ, когда это называлось, чем в ГДР. Есть такое, да. И для меня это такое вот влияние Берлинской стены на меня как на украинку. Я такую вот стильную параллель увидела тому, что вот у нас тоже ж Запад и Восток mm-hmm. на сегодня есть. Очень больная для меня тема, не хочу сильно ее поднимать. Вот. Но тем не менее, ну вот, а может быть, именно из-за того, что она для меня больная, я вот как-то вот на эту Берлинскую стену среагировала, и вот как-то у меня эта идея быстро очень материализовалась вот в такой, как бы, ну, глобальный проект. Вот, ну, о чем еще можно сказать? Я коли дивилася опитування, от, да. Одне з них побачила, і 57% мешканців Сходу Німеччини заявили, що вони себе відчувають громадянами другого сорту в цій країні. І мені стало, ну так, правда, цифра велика, більше, ніж половина опитаних, тому що нам зі сторони це непомітно, бо, як ви сказали, це ж не гласно, ніхто цього не декларує, всі навпаки говорять про тісне об'єднання, про одну країну, і, відповідно, економічно Схід наздоганяє Захід, я так розумію, в Німеччині. Там з цим особливих проблем немає, що цей регіон бідніший, це відсталіший. Ні, такого поділу немає. Але, напевно, є якісь політичні і емоційні вимір. Економічно теж є непрестижні райони. Це якраз райони бувшого ГДР. Це в Берліні самому? Чи загалом? Ні, не в Берліні. В Германії просто є от райони. І навіть в самом Берлине, если ты едешь в район, да, который просто как советская девятиэтажка стоит, все понимают, что это бывший восточный Берлин. Да? Но это такие, это не главное. Главное, что идет вот это разделение, вот, я не знаю, как это социальное разделение или... Ментальное, да. То есть они эту стену-то вроде бы как убрали, ну то есть уже визуально ее нет. А из-за того, что такой большой срок, с 61 по 89 год, люди жили отдельно, да, и получается, что все-таки у политиков получилось, да. Другой вопрос, вот меня всегда, ну, так, я всегда задаюсь вопросом, почему те, кто жили вот, ну, в более удачно, им повезло, да, они остались на Западе,
И пока эта стена стояла, я знаю, что очень многие хотели именно в Западной Германии, чтобы ее не было. Ну, то есть опять вот как бы как раньше, да, единая страна. И при этом, когда ее убрали, остался такой внутренний пунктик какого-то превосходства. Ну, почему я вот... Я над этим думаю, потому что, ну, у нас же тоже в стране, да, у нас, конечно, нету такого деления экономического, да, что в одном где-то регионе прямо все очень-очень хорошо, а в другом очень-очень плохо. Ну, они есть, но это немножко другое, да. А все равно у нас страна единая, и, ну, слава богу, стены мы не строим. Ми продовжуємо наш проект «Національність Одесит». Моєю гостею сьогодні є керівниця громадської організації «Німецька молодь» в Одеському регіоні, це Еліна Лях. І ми почали говорити про те, що означає для німців загалом падіння самої стіни Берлінської, яке відбулося 30 років тому, і якраз у ці дні згадують річницю такої події. Так. Як в самій Німеччині це свято, це річниця, як ставляться до цього свята, як його відзначають? Ну, я сама, к сожалению, еще ни разу не была там именно в эти даты. Но вот члены моего общества, они вот в этом году как раз там были и посетили очень большое количество мероприятий, посвященных этой дате. И созданы выставки, созданы различные, я не знаю, как сказать, там семинары, лекции. То есть, ну, как бы на улице ощущается вот какое-то такое, как что идет событие, да, ну, то есть, что не обычный день, а все-таки это... Я, правда, не знаю, вот национальный ли у них это какой-то праздник или нет, я, к сожалению, ну, вот, не знаю. Но они обязательно в этот день создают много проектов, мероприятий, на которые вот даже вот у нас приглашают, ну, вот в этом году пригласили... Как бы не я сама, но мы поехали, да, от нашего общества. Поэтому, ну, вот как отмечают, для кого-то, молодежь, я думаю, нет. Ну, как бы вот, это все-таки такое событие для людей более старшего поколения. Молодежь, ну, особенно в Берлине, это вообще такой мультикультурный, мне кажется, город, по которому вообще судить о Германии не стоит. Берлинцы не типово немецкие. Да. Поэтому, ну вот, именно в Берлине, да, есть такое, как бы, как в остальных городах, не знаю. А люди, які народилися вже після падіння Берлінського муру, яким ще немає 30, чи між ними існує оце розділення на східних і західних? Ну вот я как раз общалась с людьми, которым около 30, и да, они это ощущают. То есть место, где ты живешь, оно все-таки как-то обозначает, откуда ты приехал, оно имеет значение. И этим, я думаю, получается, этот признак или вот это вот, оно не имеет национальности на самом деле, вот это деление, да? То есть мы все понимаем, что вот когда мы там строим себе карьеру или, например, просто общаемся, там дела какие-то свои решаем, что есть какое-то вот то, что нельзя пощупать и даже вот как-то назвать чем-то, да, но есть вот это вот откуда ты, кто у тебя родители, оно имеет место, да. То есть как бы и получается, что в Украине, что в Германии, что в какой-то другой стране, я больше чем уверена, что можно делегировать какое-то равноправие, ну, то есть, да, гендерное, там, еще какое-то. Но на самом деле оно все равно есть, это на уровне какой-то психологии, наверное, желание превосходства хоть в чем-то, да, ну, как бы, наверное, так. Зараз ще тривають Дні Німеччини, да, в Одесі. Які заходи планують і взагалі для чого ці дні проводять, яка аудиторія цільова, що хочуть і кому показати? Спочатку о мероприятиях. Офіційно це 2 тижні з 25 октября по 9 ноября, но всегда вони виходять за рамки цього періоду. На одной из радиостанций с 22 октября по 22 ноября проводится викторина. Люди звонят, отвечают на вопросы по поводу Германии, и все, кто успешно
бы ответил на вопрос, становятся участниками розыгрыша поездки в Берлин. Потом 14 ноября начинается кинофестиваль немецкого кино. И вот 1 ноября у нас открылась выставка, на которой размещено 20 плакатов, на которых информация о Берлинской стене. Плюс там есть QR-код, если вы владеете немецким, то можно как бы еще больше узнать, навести там и почитать, посмотреть, послушать видео. Вот. И вместе с этими плакатами наша инсталляция, которая рассказывает вот такие истории обычных людей. Вне заявленной официальной программы хочу сказать, что моя общественная организация является организатором конкурса чтецов «Шиллер и другие». Сейчас уже отборочный тур закончился, и вот буквально сегодня и завтра, я была очень, ну как и сегодня была занята, но решила все-таки согласиться на эфир, и завтра мы обрабатываем результаты. Все уже мамы, преподаватели, все переживают, все звонят, и когда же мы узнаем, кто выйдет в финал. Пожалуйста, не беспокойтесь, дело такое нелегкое, каждое видео нужно отсмотреть, нужно честно поставить оценку, в отборочном жюри не один человек, а несколько. Вот. Мы решили подойти качественно к этому всему, и финалисты будут объявлены, я надеюсь, завтра. Вот, потому что я понимаю, что у ребят должно быть время подготовиться к 14 числу, чтобы тоже выступить хорошо и красиво. Вот, и это что касается вот того, что наша организация еще сделала. Напомните. Для кого ці дні проводять? Яка їх мета? Неделя Германии на самом деле для меня, как я считаю, да, потому что мне организаторы там лично не сообщали там цель, да, как я это понимаю, напомнить, эти недели, кстати, проходят не только в Одессе, они проходят по всей Украине. И я считаю, что Германия, она хочет показать, культуру, да, познакомить это одно, да, но я думаю, что здесь говорится, наверное, нужно говорить о партнерстве, да, и о партнерстве, потому что помимо недель Германии, в Германии проходит, у нас в Германии проходит неделя Украины, то есть, чтобы мы понимали, да, что здесь неделя Германии, там это не одновременно происходит, но это есть, когда мы едем туда и показываем, делимся тем, что мы можем, что у нас есть, да. Кто-то везет там пироги, кто-то какие-то проекты везет, тоже, может быть, приуроченные к каким-то датам историческим. Вот поэтому для меня это просто обмен культурными какими-то ценностями, да, и желание объединиться, без национальности, то есть, да, просто вот что мы что-то можем делать вместе. Вот я бы очень хотела, это такое как бы лирика, наверное, чтобы вот как раз вот этих вот качелей по поводу того, ты там западный, восточный, там национальность у тебя какая, чтобы вот это все-таки когда-то кануло в лету, да, и смотрели просто по делам. И вот как раз я в своей общественной организации хочу не просто, чтобы этнические немцы существовали в общественной организации, что-то делали для других этнических немцев. В нашу организацию может вступить не только этнический немец. Если человеку интересна немецкая культура или он хочет участвовать в проектах, которые мы делаем, я буду только рада. То есть видеть новые лица, новые идеи. Я готова помочь. Мне есть чему научить. То есть я и сама делаю проекты, и я одна все не успею. И если будет 10 человек, которые каждый там что-то придумает, у нас будет 10 проектов, которые будут чем-то интересны. Вот у нас к 28 августа в памяти репрессированных немцев и умерших от голода, да, об этом мало опять кто вспоминает сейчас, от нашей организации был создан такой короткий метр, там 5 хвостиков минут, основанный на реальной истории,
реально этнической немки. Внучка мне ее рассказала о том, как вот ее бабушка, она одна осталась из всей семьи, остальные все погибли от голода. Вот. И история этой бабушки, тоже мы просто разговаривали, она поделилась, очень непростая. Эта женщина, она, слава богу, пережила все свои там, трудности, какие у нее были, связанные с ее национальностью. И родила детей, и дождалась внуков. Но так случилось, что вот уже в пожилом возрасте она потеряла память, вышла из дома и пропала. И ее нашли, не помню, там очень далеко, в другом городе. На вокзале она умерла от истощения. То есть человек, который в детстве страдал от голода, и потом еще она в лагере сидела. Такая нелегкая судьба была, и вот такая вот, ну, страшная и нелепая смерть на самом деле. Вот, и она меня так как бы впечатлила, mm-hmm. и мы вот сняли короткий метр, и я тоже хочу немножко продолжить эту историю и, возможно, создать какое-то информационное поле, в котором мы сможем делиться и доносить такие истории. Для меня главная аудитория — это школьники. Это дети, они вообще, они, во-первых, вранье сразу видят, и они как губка впитывают информацию. И вот если получится, я буду рада вот этим делиться. Угу. В нас на черзі скоро будуть новини, не хочу вже розпочинати нову тему. Давайте все-таки послухаємо свіжу інформацію, а після того продовжимо. У нас сьогодні в гостях, я нагадаю, Еліна Лях, це керівниця громадської організації «Німецька молодь» в Одеському регіоні. Ми говоримо, зокрема, про те, як в Одесі згадують, які заходи приурочують до річниці падіння Берлінського муру, як цю дату сприймають в самій Німеччині, що вона означає для німців, чи існує поділ на схід і захід. І в наступному блоці я хочу, щоб ми вже більше зупинилися, ну, по-перше, на культурі, і про трохи поговоримо також про історії етнічних німців і про те, як їм живеться зараз. Ще раз вітання усім. Це проект «Національність Одесит». Сьогодні моєю гостею є керівниця громадської організації «Німецька молодь» в Одеському регіоні Еліна Лях. Я Христина Петрик. Ми говорили про Дні Одеси. Дні Одеси, можливо, в Німеччині також відбувається. Ну, України точно, не знаю, чи Одеси. Власне, ми говорили про сучасну культуру, про те, що якраз ці дні покликані ближче познайомити, допомогти зрозуміти з тим, які процеси зараз відбуваються в сучасній Німеччині. І один з цих процесів такий цікавий. Ми у цьому проєкті слухаємо музику, яка так чи інакше асоціюється з певною країною. І нас приємно здивувало те, що ви обрали пісню Рамштайну «Deutschland», яка не так давно вийшла, наробила багато шуму. Давайте ми зараз її послухаємо, а після того розкажемо, проговоримо, чому ж прийняли неоднозначно, яка була критика. Du kannst, ich weiß,
З вами прослухали «Рамштайн Дойчленд», пісня, яка наробила трохи шуму, критикували особливо за спекуляцію на темі Голокосту авторів цієї пісні. Крім того, в кліпі зобразили таку собі історію Німеччини в різних інтерпретаціях, а сама акторка, яка нібито Німеччину цю інтерпретувала, показувала, грала, це була темношкіра акторка, жінка. А власне, за що ще критикували і чому? Ну, в общем-то, вы все перечислили и еще критиковали за то, что показывают сцены насилия, убийства. И как раз вот у них был предварительно 35-секундный рекламный промо-ролик самого клипа. И он уже наделал шума, потому что там как раз были выбраны очень такие кровавые кадры. Но я больше скажу, когда вышел этот клип, потому что мы сейчас послушали... И без видеоряда. Так. Это практически, ну, 80% успеха все-таки плюс видеоряд в любом случае. За несколько часов 2 миллиона просмотров было. И плюс в Рамштайну такий стиль, вони так знімають, так да, співають. Да, я хочу сказать, теми. Что он ничего вообще... надзвичайного для да, них? Да. Он, Тиль Либенман, это вообще, для меня это лирический на самом деле поэт, в первую очередь. У него лирика, вот просто если читать его стихи, он мне очень нравится, он мне очень импонирует. И его подача, вот эта визуальная, она как раз вот сделана на грани не просто так. Я для себя его вижу как, ну, на сегодня это голос обычного народа, можно сказать, да, его мнение. Он сделал, солист Рамштайн, он сделал больше, чем политики в какой-то мере, да. Он за, я не помню, сколько там он длинный этот клип, он вот за эти там несколько минут, он вскрыл такой нарыв, да, вот там... Для меня этот клип, его можно останавливать вот по там, ну, не по секунду, практически там, и изучать историю Германии, потому что там от викингов, да, и до вот нынешнего положения у них и социального, и политического. И немножко так как вперед забегая в будущее, он там показывает, чем это все закончится, как он считает. Но это такое философское изыскание на самом деле, и обижаться, и особенно, я считаю, вот сейчас я даже себя отметила, экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблах, это именно она сказала, что то, как Рамштайн здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно. И она же подчеркнула, что музыканты умаляют тему Холокоста. Но я считаю, что он это показал, и как можно тем, что ты показываешь, умолить эту тему. То есть он наоборот, он показал, что она одна из самых важных, главных в истории Германии, неприятных. Не каждый человек или не каждая страна так вот спокойно может признать, что свои ошибки, да, что вот было у нас и немножечко вот, вот так, да. А здесь, да, так рубанул с плеча. Была кровь, потому что она была. И сейчас особенно есть очень много фильмов и других клипов, которые тоже полны насилием и бессмысленным на самом деле. Здесь это, ну, настолько оправданно и правильно, и поэтому я удивлена. Там еще он нарушил практически 75-летний запрет на... Там гимн используется, который использовался в Германии до нацистов, во время нацистов, и потом он был запрещен. И вот, сейчас даже скажу, «Deutschland über alles», «Германия превыше всего», тоже, опять же, негласно, это очень долго было под запретом. И вот в этом клипе он использовал. Да, потому что на самом деле, ну, для каждого человека его страна, ну, если он... активный гражданин и осознанный, да,
его страна и является превыше всего. Вот вы меня спрашивали вне эфира, хочу ли я уехать. Угу. Я не хочу. Для меня Украина превыше всего. И попри те, що ви етнічна німка. Я етнічна німка, но для мене Україна і в частності Одеса це той город. Для мене вона настоящая мама. Поэтому, коли мене спрашивают, ти там можеш уехать, ви там помогаєте поздним переселенцам. Я помогаю, но я сама отсюда не уеду. Пізні переселенці, розкрийте це поняття, будь ласка, бо воно якраз тісно пов'язане з етнічними німцями. Да, етнічні німці имеют право собрать документы, там целый пакет большой-большой, перечислять не буду, и обратиться к государству Германии с тем, чтобы оно разрешило им уже стать гражданами Германии и жить на ее территории. Это так очень вообще, чтобы всем было понятно. На деле этнический немец, он должен доказать, что все это время, сколько он жил здесь, на территории Украины, в его семье поддерживалась культура и традиции немецкие. Но мое особое мнение, опять же говорю, что я говорю только то, что это мое личное мнение. Но, может быть, вы можете, там, или кто-то еще может с этим не согласиться или сказать, что я не права. Я считаю, что тяжело сохранить культуру и язык, когда под страхом смертной казни, у меня бабушка просто была раскулачена, и потом еще и на именно на национальном вопросе мужчины в моей семье были расстреляны, а женщины сосланы в Казахстан. Бабушка единственная не была сослана, потому что она в тот момент замуж вышла за украинскую фамилию, и этим самым она себя спасла, да? Вот, и требовать от этнических немцев, которые уже там в третьем поколении, в четвертом живут на территории Украины, соблюдения культуры и языка, ну, это так как бы, ну, я бы с этим поспорила, потому что на сегодня Германия принимает людей из других стран, мы это знаем, да, и к ним таких, ну, таких требований не предъявляется. У нас вот этнические немцы должны сдать обязательно, тот, кто подается, экзамен по немецкому языку на уровень B2. Это достаточно высокий уровень владения языком. То есть члены семьи А1, ну, то есть они могут просто там базовый уровень, но тоже должны владеть. Вот, поэтому вот поздние переселенцы — это этнические немцы, которые хотят уехать из Украины и жить в Германии. И у них есть такое право, и Германия согласна принимать, но она ставит ряд условий. Чи багато користуються цим правом і виїжджають? Да, достаточно много людей, и это постоянный поток. На самом деле, у меня вот за год моей работы руководитель общественной организации, такой же, как моя, только вот, ну, как скажем, партнер там, да, она уехала, то есть она долго готовила документы, сдавала экзамены, ждала, это все во времени, ну, затянулось надолго, ну, это в основном всегда долго, вот, и она уехала. Сейчас у меня в организации, если я не ошибаюсь, один человек уже получил приглашение, то есть одобрено, он уезжает, раз, два, порядка 6 или 7 в ожидании на разных стадиях. Вот. И все они с членами семьи. И это в основном люди, которых бы я вот как Украина не хотела бы терять. Это люди как раз, ну, как с головой на плечах, которые работают, которые образованные, которые интеллигентные. То есть они не едут туда там, на шабашки, да, они туда уже выезжают, они там тоже будут приносить пользу государству и работать на хороших должностях, и у них хорошие профессии. И получается, что вот из-за этого, ну, как бы оттока, да, наша страна тоже, как бы, ну, я считаю, это страдает. Є такі випадки, що етнічні німці виїжджають, а потім назад повертаються? Да. Да. Чому так трапляється? Вот как мне один сказал, он говорит, я их вообще не понимаю.
То есть вот эти всякие мелочи культурные, не знаю, даже это не традиция, это же не то, что там спеть песню на Рождество. В основном у нас традиция — это вот там вот эти манипуляции на какие-то религиозные праздники. А просто вот я даже пример привести не могу. Он тогда говорил, но оно настолько действительно для нас может где-то нелепо или странно. У меня почему-то сейчас в голову лезет больше Швейцария, где в одном из районов нельзя после 10 смывать воду в унитазе. Причем это на полном серьезе, может приехать милиция. Я недавно просто где-то увидела. Там не настолько, конечно, все, вот, ну, как он говорил в Германии, что из-за этого, да. Но вот, вот такие какие-то моменты, да, там он не смог. Говорит, люди другие, то есть с ними как-то так не пообщаешься. Ну, вот вроде бы интересы могут, можно ж найти по интересам людей, а не получается. Хотя, ну, вот женщины, они более адаптивны, в основном вот мужчины говорят о том, что тяжело. Молодь, напевно, також легко адаптується. Да, молодежи вообще багато на навчання, просто, що їдуть навчатися. Да, на обучение, плюс сейчас без экзаменов могут принимать. Ну, главное, знаете, язык. У нас, кстати, курсы есть, и, ну, вот тоже как бы готовят документы и параллельно подтягивают язык. Вот. Дякую вам за розмову. Да. Ми сьогодні спілкувалися із керівницею громадської організації «Німецька молодь» в Одеському регіоні Еліною Лях. Ще раз дякую за те, що знайшли час прийти. Вам спасибо большое. Да.